Утро под звуки первого звонка. Линейки, посвященные началу учебного года, сегодня проходят по всей стране. За парты сядут больше 980 тысяч учеников. Это почти на 13 тысяч больше, чем в прошлом году. А значит, школьник – это каждый десятый белорус. Учитывая студентов и слушателей, выходит, что День знаний полноправно отметит и вовсе каждый пятый. Но особенно волнительно начало учебного года, безусловно, для первоклашек. 110 тысяч ребят школьный звонок зовет на первый в их жизни урок. В этом году его тема «На мир завещана беречь». Мы, конечно, их любим, ценим, уважаем. И настроение у нас, конечно, бодрое. Мы готовы их принимать, мы готовы их встречать, учить, давать им знания и отдавать все свои силы. Всего же в этом учебном году в Беларуси будут работать больше 3000 учреждений общего среднего образования. Все они в полной готовности принимают учеников.